Это «Вести КамАЗа». Здравствуйте. Мы вновь готовы рассказать о главных новостях автогиганта. За кадром наши корреспонденты, а в студии Павел Михно. И Ксения Чернильцева. И вот о чем мы будем говорить сегодня. Трудиться на автогигант активно приезжают из-за рубежа. А чем интересна иностранцам работа на КамАЗе? Еще раз подтвердилось, все гениальное просто. Нехитрые решения облегчили труд на очередном участке литейного завода. Труженица тыла, ветеран труда и КамАЗа. Свой 90-летний юбилей отметила Валентина Петровна Володина, мастер завода двигателей. Обучение, адаптация, языковой барьер. Все эти вопросы обсудили руководители КамАЗа с генеральным консулом Республики Узбекистан в Казани Фридином Насриевым. Основная цель его визита – расширение взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества. О том, как, кем и где трудятся иностранные подданные на автогиганте. Об этом наш первый сюжет. Сабир Исматов приехал на КамАЗ в сентябре прошлого года. У себя на родине, в Узбекистане, он был водителем и возил, по иронии судьбы, именно камазовские детали. Сейчас эти же детали сам помогает изготавливать на прессово-рамном заводе. Говорит, что сначала были определенные сложности, но уже полностью адаптировался и он, и его сограждане. Тут все организовано, все автоматизировано, никаких сложностей нету в работе. Адаптировались. Где-то, если что-то нам непонятно, к примеру, да, подходят мастера, есть тут на своих точках, начальники цехов, и вот объясняют, как, кто так делается. Только на ПРЗ сегодня трудится больше 200 граждан Узбекистана. На вот этом участке, участке сварки сборки кабин К4, работают 34 иностранца. Все прошли необходимые подготовительные курсы. Местные мастера отмечают их трудолюбие и обучаемость. Дисциплинированные. Проявили себя для меня лично с хорошей стороны. И с ними очень легко и просто работать. Многие из них проявляют очень большое стремление к учебе. И это было замечено даже с первыми, кто приехали, ребятами. Они именно рвутся что-то делать. Всего с сентября прошлого года на КамАЗ прибыло 760 граждан Узбекистана. На предприятии они востребованы на должностях слесаря-ремонтника, инструментальщика, электромонтера, наладчиков станков с ЧПУ. Этот вопрос в числе других обсуждался на встрече руководителя заводов компании и генерального консула Узбекистана в Казани Фаридином Насриевым. Это более высококвалифицированная работа, более высокооплачиваемая, потому что, ну, не секрет, на наших всех заводах самая большая нехватка – это именно наладчики. Не хватает. Вот. Хотелось бы продолжать вот эту тему. Возможно, можно уже что-то организовать и на территории Узбекистана, чтобы какое-то обучение уже не там приходили, сюда приезжали, да, с какой-то квалификацией. На встречу предложили заблаговременно еще в Узбекистане более подробно разъяснять кандидатам систему налогообложения в России. Подготовительная работа поможет легче и быстрее адаптироваться к гражданам другой страны. Однако и КамАЗ делает все возможное, чтобы этот процесс проходил менее болезненно. У нас при трудоустройстве каждого вновь принятого работника назначается наставник. То есть тот человек, который рука об руку с ним в первые 3 месяца находится, консультирует по всем вопросам. Проводим обучающие мероприятия не только в отношении граждан Республики Узбекистан, да, по вопросам начисления заработной платы, налогообложения, каких-то вопросов, которые у них возникают на бытовой почве и так далее. Традиции двух республик очень схожи, но все же присутствует языковой барьер. Стороны беседы пришли к мнению, что было бы неплохо вести языковую подготовку отобранных кандидатов еще на родине. Впрочем, есть возможность расширить эти знания и в Татарстане. Кооперационный университет казанский, в Казани также обучаем. И не только по русскому языку, также готовимся к квалифицированных специалистов по направлениям World Skills. По компетенциям World Skills. Понимая, как бы, да, как вы нас поддержали в 2021 году, мы, конечно же, хотим сохранить партнерство, сохранить сотрудничество. Мы довольны, да, как ребята работают. Мы хотим, чтобы им было комфортно у нас. Вот, и на это нацелены все наши усилия. В общем, стороны стремятся к тому, чтобы гражданам было легче и интереснее работать на КамАЗе, чтобы они не только сами здесь трудились, но и перевозили сюда семьи. И такие случаи были отмечены. Кстати, половина подданных Узбекистана прибыли для работы на автогиганте самостоятельно. Константин Величко, Роман Гейтман, Вести КамАЗ. Все гениальное просто. На одном из участков производства цветного литья литейного завода смогли значительно облегчить труд рабочих за счет простых, но эффективных решений. Теперь спина не болит и усталость в конце смены не такая, как прежде. Что было предложено и как быстро удалось реализовать задуманное? О подробности в нашем сюжете.
На участке литья под низким давлением производится заливка всей номенклатуры картера маховика, в том числе по проектам «Тибет» и «Кортеж». В смену здесь работают всего два человека. Каждый из них за 8 часов производит 50 отливок по 20 килограмм каждая. До недавнего времени труд был осложнен тем, что детали с каждой плавки приходилось вручную спускать вниз для промывки. Чтобы облегчить работу мастера, предложили соорудить на участке склиз. Теперь деталь спускается к ванне с водой практически сама. Заливка, клеймить и выбить стержень намного легче стало. Работать до этого носили вручную, все, а сейчас спускаем вниз. Вторым новшеством стал сборник для сброса отработанного стержня. Прежде тара для него стояла наверху, и ее крайне неудобно было снимать погрузчиком. Теперь же она стоит внизу, а по сборнику остатки стержней сами аккуратно скатываются. На реализацию обновления производства потребовалось всего несколько дней. Когда они внедрялись, мастера в первую очередь думали об удобстве для людей. При этом производительность и качество продукции остались неизменны. Мы именно облегчили человеческий труд, то есть людям стало здесь работать намного комфортнее и даже и безопаснее, потому что, как говорится, спина уже не страдает. В планах у трех мастеров есть еще задумки по улучшению производственного процесса. Все они пока находятся в процессе разработки, а новые идеи появляются чуть ли не каждую смену. Если один не знает, как их реализовать, ему на помощь приходят другие. Затем коллегиально приходят к правильному и продуктивному решению. Вот такой вот коллективный литейный разум. Ксения Чернильцева, Роман Гейтман, Вести КамАЗа. Ветеран производства, обладатель очень редкой профессии и просто мастер своего дела. Токарь-расточник Равис Саитов трудится на дочернем предприятии КамАЗа, Туймазинском заводе автобетоновозов. А в своей компании он гордо носит звание «Герой качества». За какие такие заслуги? Сейчас расскажем. Равису Саитову 58 лет. 38 из них он трудится токарем на ТЗА. Считается уникальным специалистом. На всем предприятии всего 6 человек, способных работать на токарно-расточном станке. Саитов лучший из них. Помимо того, что он токарь-расточник, так он еще и единственный на ТЗА, кто параллельно работает и на токарно-карусельном станке. Всякие детали уже, не только одну деталь делаешь, всякие детали, какие приходят, и делаем. Ну, вот, например, сейчас вот я основной, вот сейчас делал этот опор лотка, потом сотый кронштейн опор вот делаю. Деталей много, на карусельном делал эти бандажи. Технический склад ума, пространственное мышление, четкость в движениях и отличный глазомер. Все эти навыки, приобретенные во время армейской службы, пригодились и в работе. За многолетнюю деятельность он тоже неоднократно обучал будущих токарей. Вырастил 4 расточников и 7 карусельщиков. Многие продолжают трудиться на предприятии. Зарекомендовали себя тоже с хорошей стороны. Детали делают в срок и с высоким качеством. Это сложно, слов нет, но как-то умудряется. Сперва делает свою работу, когда появляется свободная минута, он всегда помогает молодому поколению, то есть передает свои навыки. Мастерство токаря отмечает и руководство цеха. Если внедряется какое-то новое производство, где необходим труд токаря, то обращаются к своему герою качества. В свое время наш завод переходил на изготовление насосной техники новой при помощи бронзалевых втулок втулковали отверстия. Данную производили работу, доверяли только ему. Качество соответствует полностью. Я считаю, что своим опытом и трудом он достоин этого звания. Один из лучших по качеству работников на данный момент моего цеха. Равис Абубакирович отличается и рационализаторством. Он не раз награждался почетными грамотами предприятия. Ему даже присвоено личное клеймо качества. Это в полной мере подтверждает его компетенции и профессионализм. Константин Величко, Роман Гейтман, Вести КамАЗа. Труженица тыла, ветеран труда и КамАЗа. Свой 90-летний юбилей отметила Валентина Петровна Володина, мастер завода двигателей. Родилась наша героиня 13 апреля 1932 года в рабочем поселке Турки Саратовской области. Юбиляра чествовали, вручая подарки представители заводской администрации и правкома. Поздравила Валентину Петровну и наша съемочная группа. Мужчина. Симпатичный такой. Я от него вот уходила. Нин, я перезвоню тебе потом. В этот день телефон в квартире Валентины Петровны Володиной звонил чаще, чем звучали поздравительные речи. Нарядное платье, прическа, подевичьи, стройная фигура. Так и не скажешь, что стукнуло 90 лет. Валентина Петровна выглядит моложе своего возраста, энергичная и бодрая. Поздравить юбиляра и ветерана завода двигателей пришли руководители предприятия.
Поздравляю вас еще раз с юбилеем. Спасибо. Юбилей такой действительно, ну, кому-то удается до этого времени дожить, вам удалось. Не буду говорить, что живите до 100 лет, потому что одному юбиляру сказали, говорят, живите до 100 лет. А он в ответ сказал, а вы, боженьку, не ограничивайте. Вдруг больше даст. Муж Валентины Петровны Николай Артамонов свое 90-летие отметил в прошлом году. Первопроходец завода двигателей долгое время возглавлял совет ветеранов, а сейчас является почетным председателем этой организации. Вместе с женой они прошли долгий и насыщенный совместный путь длиной в 54 года. В нашем совете ветеранов Валентина Петровна – это очень уважаемый человек. Николай Федорович – очень уважаемый человек. Вообще мы ими гордимся. Труженики тыла. Они прошли годы войны, работали в колхозе. Собирали колоски, копали картофель, занимались, помогали. Валентина Петровна ходила, значит, в госпиталь, в военный госпиталь, помогала раненым, писала письма, помогала письма писать. Это юбилей, я считаю, и Николая Федоровича, и это семейный праздник получается. И в этом есть заслуга, наверное, и детей, и внуков. Да. Дай Бог, вас всегда они радовали, дорожали вами, чтоб внуки, дети всегда вместе были с вами, чтобы следующие юбилеи всегда вы встречали за круглым столом с хорошими новостями. Спасибо. С юбилеем вас! Спасибо. Все стены в доме Валентины Петровны украшены фотографиями родных и близких. С мужем они вырастили и воспитали двоих детей, сына и дочь. Сейчас их радует 5 внуков и 6 правнуков. На днях ожидают появления праправнука. За праздничным столом именинница вспомнила себя ребенком. И как сама, будучи маленькой девочкой, решила накрасить губы. Пошли, сорвали перец красный. Я с огорода бежала. Прибежала меня мама ведро с холодной водой. Я думала, я умру. Сделала губы. Вот так хотела быть. Губы сделала красиво. Нет, чтобы свёклы. Вспомнились за чашкой чая и годы работы на КАМАЗе. Я мастером работала на складе Вайпро. Я долго там мастером работала. Ну, как только много было женщин, ну, я как-то вот умела с ними ладить. У нас как нормально все было. Запчасти к оборудованию? Да, у нас там завод, этот склад-то был. Ого-го какой! На заслуженный отдых Валентина Володина вышла в 1988 году. Общий с мужем трудовой стаж на КАМАЗе составляет 81 год. За добросовестный труд они неоднократно награждались почетными грамотами, благодарностями и премиями. С юбилеем, Валентина Петровна, и приближающимся Днем Победы. Ксения Чернильцева, Роман Гейтман, Вести КАМАЗа. На днях в набережные Челны прибыла группа беженцев с востока Украины. Публичное акционерное общество КАМАЗ не остается в стороне и всячески пытается помочь вынужденным переселенцам в адаптации на новом месте. Если взрослые ищут работу, автогигант ее активно предлагает, то детям необходимы позитивные эмоции. Вот и в этом вопросе компания постаралась не отставать. Виктор Борделюк старательно пытается распутать игрушку своего сына. А еще каких-то 14 дней назад его семье было не до игр. В набережные Челны они приехали из Мариуполя, где в эти дни проходит специальная военная операция. Сегодня, немного переведя дыхание, они начинают обживаться на новом месте. Разместились в гостинице «КамАЗ». Ребенок уже ходит в школу, а взрослые заняты поиском работы. Рассматривают все предложения, в том числе и от автогиганта. Даже как-то зарабатывать тоже... Хочется что-то себе приобрести, там, например, из вещей или там еще чего-то. Много представителей, много предлагают работы, ну, пока выбираем. То есть есть большой выбор работы, ну, смотрим. Помогли устроить в школу, сейчас он учится, все, оценки уже приносит хорошие, все пока хорошо. И встретили в школе тоже очень хорошо. Посильное участие в адаптации самых юных переселенцев с Донбасса принимает и КАМАЗ.
Так, в качестве полезного подарка каждый получил книжку, выпущенную в честь полувекового юбилея автогиганта. На трех языках, на татарском вы познакомитесь с татарским, на английском, который вы, наверное, уже слышали, и, конечно, на русском. И мы будем очень рады, если эта книжка вам еще больше расскажет о КамАЗе, вы ее прочитаете с родителями и узнаете о нашем городе Набережной Челны. Также организовывают для детей и мероприятия, походы в дельфинарий, театр и многое другое. Родители говорят, что сейчас их чадам необходимо как можно больше позитива. На этот раз развлекательной частью встречи стал мультик. Волонтеры КамАЗовцы из Лиги добрых дел при поддержке Совета молодежи автогиганта и совместно с кинокомплексом «Иллюзиум» провели для детей показ мультфильма на большом экране. Очень хорошо помогает, дети очень радостно воспринимают, им этого не хватает, очень позитивно. Кружки еще нам обещали предложить, дзюдо, тэквондо, возили детей в педагогический колледж, радиотехника, строительство, они там занимались, собирали роботов. Ну, досуг есть у детей. Вернуться ли в будущем на родину или остаться на новом месте? Такой вопрос стоит сегодня перед каждым, кто вынужденно приехал с востока Украины. Однако самое ценное все подмечают безоговорочно. Главное, что дети в безопасности. Константин Величко, Роман Гейтман, Вести КамАЗа. Чтобы и дальше оставаться в курсе событий, не пропустите следующий выпуск «Вестей КамАЗа». Обо всем, что узнаем, расскажем 2 мая. В 18:00 на телеканале Челны ТВ. На этом разрешите с вами ненадолго попрощаться. Всего самого доброго. И берегите себя.